Говорят, подозрения, водитель не хочет ехать. А в чем подозрения говорить не хотят? Так а в чем подозрение? Да, потому что наркотически употреблял средства. Так вы уже предлагали в баночку подписать? Вы уже обычно предлагали. Баночки не предлагали. Да, у нас да, есть відділення соціотерапії. Там проводиться обстеження на стан сп'яніння. Так, а какие признаки, скажите, пожалуйста, у водителя, чтобы вы его везли? Можете озвучить? Озвучим, мы в протоколе указываем. Не, ну вы можете сейчас озвучить? Я тоже. Ну какие признаки у водителя, чтобы мы объективно показали ситуацию, чтобы не были там, что мы переврали потом или неправильно показали? Не, поведінка не відповідає дійсності, розширені зрачки, язик білизни нема. У нас тоже дуже часто поведінка не відповідає дійсності у нас. Там всіх не відповідає, коли зараз такі магнітні бурі, то не відповідає. Стартувати нема смисла, тому стартувати. Стартуй. Надо друг друга поддерживать наоборот. Не, ну так бывает очень агрессивно себя работники ГАИ ведут, очень агрессивно. Бывает. А чего нам вести? Ключи с рук выхватывают. Ну вот. Так вас в лицо всех знают. Андрея Івановича Дзинзу. Андрей, я його знав ще як Андрея. Да, він ще Андрюшкою був. Ні, то я його знав ще до контроля, до дороги. Я знав, на Петровці ми познайомилися з ним, працював. По закону, як вказано в статті 266, огляд проводиться на місці. Так на місці його проводить, як нам можна? Я розкажу. На місці, і неважно, наркотичне чи алкогольне. А в інструкції 400/66 написано, що якщо наркотичне, то тільки лікарю-наркологу. А якщо він відмовляється, згідно з пунктом правил 2.5, відмовився, ми написали присутності свідка. А чого, спрашуйте, будьте, так що? Так просимо ж, бачите, що ми ж його не можемо так трусити, поїхали. Він їхати відказується, а встановлює людей. Є в рамках закону. Я так вижу, как бы такую ситуацию так, что вот есть у вас подозрение, он морозится, согласно закону, двух понятых, отказ, согласился, отказался, все, оформили, какие проблемы. Давайте в рамках закона спрашивайте, да, нет, начинайте. Мы действуем в рамках закона. Да не, вы стоите по... Я с вами разговариваю, вы же вернулись, так, я с вами повинен разговаривать, будем, вы мне не приказываете, шановный, что мне... Да никто же не приказывает. Буду выполнять свои, подсказывать, я... З 95-го року виконую свої в рамках закону. Почему? Ми виконавча служба, інспектора. Інспектор хто? Який виконує на дорозі свою службову повноваження? А я царі, царів нема. Скільки хороводи водять вокруг машини з водителями? Я не знаю. Я ж з вами розмовляю. Ви бачите, ось такі питання задаєте, що я должен бути не то, що царем, а просто якимсь провідцем. Що він там хоче і хто його. Що случилось, ну, після Майдану, що ви так захотіли в Європу, що служки почали європейські возити? Ну, я підтримую. А що ж ви його не знімали, коли тільки почався Майдан? Не знаю, нас був... Какого з України? Та ні, ви тільки флагом, як під зонтиком ходите. О, ну, ви бачите, ви не потіли. Так що? Так це так, поїдеш? Так, так. Стоп! Інспектор, куди поїхали? А документики составляти, не хочете? Направлення потрібно складати. Ні, виходіть, составляйте здесь документи. Да, ну тут ви составляйте, давайте. Направлення будете складати? О, протокольчик заповнять починайте. Отстраніть його від управління. Ви направлення будете складати? Ні, ви не отстранили його, як ви його отстранили? Направлення а можете продемонструвати? У нас є подозрення, що ви обманываєте. Ну, потому что граждане видят, что вы сейчас делаете нарушение. Какие страны, вы пришли и что-то требуете. Да, мы граждане... Вы можете показать направление, все это... А что вы требуете? А потому что вы обязаны отчитываться перед гражданами, передо мной, перед гражданами. Есть руководство. В смысле есть руководство? Мы для вас и есть руководство. Да надо будет, я буду грубить. Покажите протокол, либо выходите из машины. Ваш автомобиль не поедет никуда, пока... Он не заполнен, никуда она не поедет. Так если вы не знаете, что делать, я вам расскажу, что нужно делать. Так а что вы не делаете, как вы должны делать? Постояли, поулыбались и все, и по-тихому свое делаете. Нет, вы никуда не едете. Пока вы не составите либо протокол, либо не отпустите водителя. Как по инструкции составляется? Складывается направление до лекаря сейчас и так. На обследование социотерапии. И когда проведет лекарь обследование, будет заключение, мы напишем протокол згідно протоколу медогляду номер такий-то, водій знаходився в стані алкогольного чи наркотичного. Візьмемо інструкцію 400/666, правильно, Мінздрав? Як там написано? При направленні водія
на медогляд складається направлення. Направлення. А в направленні складає записується вказує... номер протоколу. Потім, коли вже буде обстеження. Якщо ми протокол не нас. Ні, коли ми не напишемо, як же ми протокол я, можемо. Я вам поясню. Протокол це не звинувачення. Протокол це фіксація. Фіксація порушення. Ви напишете в протоколі. Згідно медогляду, водій казався твердиться. Протокол списується. Ну, ви ж можете так зробити? Вже, коли огляд проведеться. Ні. Ми пишемо протокол... номер протоколу, зразу впишемо в акт. Ви не зрозуміли. Ви, направили. Коли зараз сідаєте в машину, у вас повинен бути протокол, вже заповнена шапка. Тобто водій підозрюється у стані алкогольного сп'яніння згідно з ознаками такі-такі-такі-та. Все. Далі ви їдете туди, на медогляд, проводите медогляд. І коли вже у вас буде висновок, ви вказуєте результати медогляду. Такі-то, такі-то. Але протокол складається спочатку. Ні, ми фабулу пишемо потім. Чи в стані алкогольного сп'яніння, чи він відмовився. Ні. Ви фабулі пишете. Фабулі пишете. Ознаки. Я перебив стрічку. Ви ж не обязаны, ну, как бы не имеете права водить в оману граждан Украины, правильно? Вы сказали, документы заполнены. А почему же ваш инспектор заполняет направление? Вы же сказали, что все заполнено. У нас поэтому появляется подозрение, что вы что-то хотите от водителя получить. Если нет. Если у вас подозрение может быть раз. Ну вы знаете, что обычно то, что мы подозреваем, то и получается. Ну да. Ну да. Если так. Мы же, если все по закону, то улыбаемся. Если не по закону, то будем делать так, чтобы будет все по закону. Все должно быть по процедуре, не должно быть отклонений от каких-то моментов. Я как бы этими пьянками занимаюсь уже 5 лет, и я как бы по пьянкам, по всем этим процедурам, очень хорошо знаю, как по закону должно быть. Даже мы ставили в 2011 году обращение судьи районного суда, который... сделал обращение на имя Захарченко, министра внутренних дел, бывшего, точнее Могилева, с таким доводом, что работники ГАИ часто направляют водителей на медосмотр без составления протокола. Почему они так делают? Потому что если водитель окажется трезвым, тогда надо будет объяснять, зачем был составлен протокол. Так вот, часто направляют водителей без протокола, а когда оказывается, что водитель трезв, водитель не может оспорить действия работника ГАИ, поскольку нет протокола. Вот для того, чтобы не было таких ситуаций, нужно сначала создать протокол, где указать ознаки спьянения. Потом едем к врачу, врач дает выставок, что водитель трезвый, и тогда инспектора уже спрашиваем за то, что он незаконно направил на осмотр. Вот такая должна быть процедура. В данной ситуации мы видим, что вот она немножко была нарушена, сейчас вот приводим ее в порядок. Еще и направление, какая-то ксерокопия. Что, Рост? Рост, едем с ними? Поехали, да? Поехали. На камеру, поехали. Прыгай, поехали. Сейчас мы их заставим протокол составить. Хитрые, сука. Давай, догоняем. Где? А вон они разворачиваются, да? Да не они. Миша, поторопись. Они направо не ушли? Они, наверное, направо ушли. 100% ушли направо, потому что их нет. Или то они? Или то они. Слушай, они, конечно, нас удирают. Да, конечно, прямо, удирают. Вот то они, едь. Зачем направо, если им на БСП надо? А, ну да, они сейчас направо повернут и выйдут на Демею, эту на не на Демеевскую, на этот на свободе, на дозволителе. Здесь где-то.
машине вернулись. Так, поехали быстро. Сворачивай, в машине поехали. А ну спроси, спроси, были инспекторы тут? Спроси, был Примус. А был Приус белый? Они его отвезли по кругу к машине, понял? Конечно, ну вот, смеха километр один. Машина нет уже? Машина стоит. А. Это очень странно. Это очень странно. Давайте, наверное, я остаюсь здесь, а вы едете туда опять, по кругу, по этому, по малому. Да, ну давай, едете давай, туда, да. И на связи. Если они как-то появятся, я так. Вас набираю. Миша, поедь по малому, может они там где-то стоят. Это очень странно. Вот уже ровно 20 минут мы ждем возле социотерапии. То есть это единственное место, где проводится осмотр на состояние алкогольно-наркотического опьянения в городе Киеве. Вот, никого нет, то есть, ну, грубо говоря, с момента, как они уехали, прошло полчаса, тут ехать 2 минуты. Сейчас идем обратно на место, где Вова остался возле машины «Жигуля». Или высадили, поехали, да, едем. Подойди к дороге, подойди к дороге, или как бы, или за ними, или штрихам. Сейчас. Говори. А, то есть высадили, удрали, да? Вы подъезжайте сюда, сейчас мы их найдем, слышишь? Давай. Сюда, давай. Камера, только быстрее, давай, обходи. Вот уже подъезжаем. Все, ты, наверное, останавливайся здесь, чтобы подъезжать, что за ними сразу. Выпускай меня. А? А высадили они его там на светофоре. На светофоре подъехал Примус, высадил водителя, хозяина копейки. Только уже с месяц с машины вышел не только хозяин копейки, а еще какой-то посторонний человек. Ага. Сейчас мы спросим, куда их возили. Ведь хозяин один садился в машину. Ну а да. Вышло двое. А, смотри, мимо проходит. Смотри, типа морозится, прикинь. А думаю, можно вот это? Куда именно? Ну куда именно, скажите? Я не знаю. Вам нравится быть на побегушках у сотрудников ГАИ? А почему вы не хотите сказать, куда вас возили сотрудники ГАИ? Когда вы уезжали отсюда, вы были один в автомобиле. Сейчас с вами в машине оказался какой-то ваш товарищ. Вы оказались в трезвом состоянии? А почему не забрали? Подозрение. Ну, вы что, не имеете права управлять автомобилем? Ребят, давайте по-нормальному. Смотри, я скажу по-другому. Ты сейчас знаешь, что ты сейчас делаешь? Ты сейчас покрываешь сотрудников. Они только что сделали беспредел, они должны за это понести наказание. А ты идешь на поводу, как собачка, которая на поводке. Зачем ты это делаешь? Мы их не поймаем. Такие, мы сейчас их все равно найдем. Такие, как мы пытаемся, чтобы нам жилось нормально на дороге, чтобы сотрудники ГАИ не трогали. А ты берешь и вот покрываешь, что мы свозили, да, нельзя садиться. Ты можешь сказать, что случилось по-нормальному? Они тебя не возили. Они тебя не возили на свидетельство, не туда, куда они должны были тебя возить. Мы же там ждали. Потому что мы там были. Скажи, пожалуйста, куда они тебя возили? К врачу. Куда именно? Ну, доехали. Так вы приехали к врачу, и что дальше было? Мы доехали к врачу, мы зашли к нему. Протокол выписали. А чего не доехали? То есть без врача? Просто выписали протокол и все? Завтра нам. Смотри, не знаю, как тебе скажет сейчас твой друг, лично мне кажется, что тебе нужно рассказать, как все было на самом деле. Действительно, мы тебе поможем сейчас. Мы реально поможем.
права у тебя никто не заберет. Мы реально сейчас разберемся в ситуации. Они только хотели сфальсифицировать протокол. Либо они его сфальсифицировали, либо непонятно, что они сделали. Они тебя высадили там, знаешь, типа иди отсюда у вас машины. А мы ездим, их там ловим, смотрим, что тебе там не вдули, что ты синий. Я возле машины, возле твоей дежурю. Такое чувство, значит, это нужно нам, а не тебе. Я просто вам скажу, обманывать не буду. Они ничего плохого ему не сделали. Они дали ему временный талон и отпустили. А протокол? А зачем? Вот, дали временный талон и отпустили. А протокол не выдали? Копию выдали. А можешь показать? О, сейчас. Видишь, как инспектора зовут? Сейчас, инспектор взводу... А, сейчас фонарик будет, сейчас фонарик. Полковые. Инспектор взводу ДПС. Я что-то не могу понять. Стоять. А, и ты прописан на моей копии? Да-да. Да. Инспектор взводу сопроводжения ДПС. Фамилия, я не могу понять. Старший лейтенант милиции. Где именно этот вот... его... Евгений. Вот. Нестеренко, да, вроде бы? А, вот это. Нестеренко, да, Евгений. Угу. И что они написали? Від экспертизы відмовився. А после того, как они тебя забрали в машине, там не было понятых, да? Они просто, получается, вписали подставных понятых. Да. Смотри, ты рассказываешь, они ничего плохого не сделали. Тебе как оно есть. Они ему сейчас полноценно втулили 130-ю. Права заберут. Завтра решение. Его суд лишит права управления на 3 года. Или на год. На год, да, по-моему? На год. Да. Просто хотели это самое. Они не виноваты, понимаешь? Он просто стоял морозил. Мы подъехали, мы хотели... Денег никто никому никаких не дал. Да это ясно, это но понятно. Они, ты понимаешь? Мы поехали к доктору, чтобы его не сделали крайним. А они ему просто даже без доктора тупо втурили 130-ю, и завтра его лишат права управления. Либо выпишут без 5000 гривен штрафа. Так не делается. Они вписали левых подставных. Вот скажи, ну, вот, расскажи по порядку, вот вы сели, ты сел в машину, они уехали на большую скорость, они от нас специально удрали. А куда они дальше поехали? Ну, до доктора доехали. Там. Не, какого доктора? БСП или куда вы ехали? БСП или куда? В том районе где-то мы стали. А доктор выходил или ты доктора видел? Нет. То есть протокол составлялся в машине, кроме твоего друга в машину никто не садился? Нет. И они никого не останавливали? А у нас здесь есть видеозапись, что протокол был чистый. Они подставных вписали прямо они в машине. Левых мы сейчас можем их найти, вызывает 120 на оперативную группу и ну, писать на них заявление. Да. Это фальсификация протокола. Ну, у нас четко видно. Свидетель вот этот вот. Как сейчас. Его? Уже не надо. Горенко. Горенко Александр Сергеевич, да? И какой-то... Шеринсоу. Да, стоп, а там номера телефона Юрьев. Должны быть. Смотри, нету даже... смотри. По батькові і місце проживання. Смотри, нету ні по батьку, нету ні місця проживання, ніяких либо контактних даних. Тобто повністю пустой этот вот графа. Вони навіть не можуть підтвердити, що ці люди, ну, можуть навіть їх визвати. Як їх суд буде визивати потім на... Сейчас. Да, походу, да. Они. Все, ребята, молодцы, що розказали. Не бойся нічого, да. Звони, як буде повестка. Все, давай, да, звони, давай. Миша, только не побежи. Они, да? Смотри, да, номер. Они, 29-42. Падаем на хвост и едем за ними. Да, едем за ними до остановки, дальше раскачиваем ситуацию. Вызываем 102. Там нормально же парень рассказал, да? Да. Смотри, что делает. Понял, что они делают. Смотри, блядь. Смотри,
в шашки играют. Миша, Миша направо уходит. Направо, направо. Уходят, удирают, смотри. Миша, притормаживай тихо. Что, они под кирпич едут или что? О, это позор, здесь есть дорога. Тут кирпич висит, смотри. Опа! Кирпич висит, а что это они под кирпич ехали? Ничего, красота. Вот так наша доблестная ГАИ нарушает правила дорожного движения. Подожди, сама номер запишу. 2942. Prius. Белий. Без номера, без заднего. Сейчас остановят. Ясно, а смотри. Смотри, едет сзади. Не, сейчас решил обогнать. А ну, а догонят с мигалками или нет? Это ж повод остановиться. Должны. Что, нет? Смотри. Игнорирование. Нет? Да, смотри, машина без заднего номера. Машина без номера, вообще без действия. О, есть. Вызываем. У вас фальсификация протокола. 130-го. 130-го. Yes. Мы вызываем райотдел сюда. И проезд под кирпич. Вызывайте. По запрещающей. Возле рынка. Где там кирпич? Там кирпич висит. Вот такой большой красный. Вызывайте соответственно. Говорите, что у вас конфликтная ситуация с журналистами дорожного контроля. Капоте писали? Где? Ну вот возле, на перекрестке Алишера. Где адреса? А где телефоны? А вот они тут, поясные. А что вы на перекрестке писали, расскажите? Ну за перекрестком. А чего там? Чего потому там что писали? Он отмолвился водитель. А чего там, писали? А где надо было писать? На месте скоя злочину. Вы на злочину на перескою. Здравствуйте, а можно выслать здесь на оперативную группу? Где мы находимся? Бульвар Перова. Перекресток Бульвар Перова и Алишера Новаи. Вы его повезли на автомобиле куда? Расскажите, куда именно? Вызволите или в 6? Я вас разочарую. У нас там дежурил экипаж, кто вообще не приехал. Мы не доехали, бо він відмовив. Он говорит, я не хочу показывать экспертизу. А потом вы с ним поехали к его товарищу на работу, забрали товарища, да, в автомобиле? Товарища, чтобы он машину забрал, потому что машину надо. А вы знаете, что перевозить в автомобиле посторонних осип заборонено? Не знаю. Не знаете? Знаете. Все, нарушали. Разговор окончен, да? По какому маршруту, мне вот интересно, они ехали на вызволителей? А протокол, машину остановили здесь, доктор на вызволителей, а протокол составляли на перекрестке. Это где? Приблизительно. Это Воскресенская и буквально до газового заправки. Понимаете, вы в машине составляли протокол в непонятном месте. Машина здесь, а свидетельства нет там, протокол в третьем. Была 82. Дальше непонятное движение по району. Под кирпич прошли. По району мы обследовали территорию. Под кирпич прошли. Порушение выявляли. Под кирпич прошли? Да, там кирпич. Есть там кирпич. Завтра протокол будет на вас составлен. Составлю. Можно. Ну что ж вы делаете? Конечно. Не бачив я кирпича. В машину посторонних людей посадили? Нет. Другого человека, которого вы посадили. Он приехал на своей машине. У меня снято на камере, как вы их тут на перекрестке высадили. Представляете? Может быть, да? Вспомни. Если у вас есть на камере. То... Конечно, у меня есть на камере, да, что будет на перекрестке. Смотрите, на какую безопасность ваша. Приезжает, звонил только что. Хорошо. Ты понял, что говорит? Он говорит, на такси подъехал. Я говорю, так вы же его здесь высадили. А, ну может быть, говорит, я забыл. Жжение ноль вообще. Жилетка на пузе еле стегивается, висит как попало, как чучело приехал, ответственно. По словам этого друга, они подъехали к нему на работу и забрали друга, чтобы он якобы мог отогнать автомобиль.
По словам водителя, протокол составлялся на коленках в машине. Никакие понятые к машине не подходили. Протокол составлялся где-то под каким-то частным сектором. Инспектор нам рассказывает, что он составлял протокол где-то там на перекрестке. Хотя задается вопрос. Мы за ними ехали. Установлена там здесь. Нигде они не стояли. Врачи там. Протокол составляется в третьем месте. Это раз. Во-вторых, манера езды. Проезд под кирпич. Подрезанность на перекрестке. Перестраивание на перекрестке. Подрезали машину. Потом проехали под кирпич. Без оперативной необходимости. Нарушение приказа 3 единицы. Перевозание автомобиля. Да. Я не присутствовал. Это ваши рассказы. Мы присутствовали. Можем показать. Давайте не прибывайте. Я вас выслушал. Давайте. По очереди разговаривать. Говорим все сразу. Вы высказали свое, я говорю свое. Я не присутствовал, не знаю всех этих моментов. Разборный рейтинг тоже устраивает на любви. Ваше дальнейшее желание, вы хотите заявление какое-то написать, да? А мы его только что вам сделали. В устной форме, да? Конечно. В письменной форме вы не... Следственно-оперативная группа так и не приехала. Доброе дело. Можно это сделать, как это дело, если вы... Это сделаем уже в другом месте. Я думаю. То есть просто рад говорить про детство, так вот так вы хотели увидеть старшего. Да, но... А они вам доложили о конфликтной ситуации? Ну как, не сказать, что ситуация. Конфликтная ситуация. А какая она приехала? Кто-то же должен... Скажите, пожалуйста, а почему влиять? В протоколе не вписаны свидетели? При данной ситуации. Так сейчас же можно проверить? Сейчас мы разбираться не будем. Вы, почему? Если будем. Хотите, давайте хотите, тогда завтра... Хотите, будем разбираться. Протокол посмотрим. Давайте протокол посмотрим. Сейчас одно желание, будем здесь разбираться во всем, что произошло. Потом так утверждаете, что не будем. Будем. Если надо будет, будем здесь разбираться. Что? Вы понимаете, что это личные данные, разрешения которых не будет. Подождите. Как это не указывается? Протокол под копирку пишется. Да я же вам говорю. Так он дописан уже был. Что? Он дописан уже был, получается? Скажите, потом, пожалуйста. Это чем-то указано каким-то законным там актом, нормативным или чем-то? Да. В том, что протоколе копия должна отличаться от оригинала. Это личные данные, свидетели. Вы не понимаете? Я же не знаю, с кем и что, и какие смотрите, вы цели будете преследовать. Нет, так вы можете сказать, вписан ли сейчас в данный протокол контактная информация? Конечно. Адреса, а почему копия не вписана? Потому что это личные данные. Так а почему протокол складывается в двух примерных? Протокол будет для... А что он там сейчас ручкой вписывает? Скажите, пожалуйста. А вы подходите и говорите, да, вписаны, вы не видели протокол в глаза. Не, я не видел, я верю. А чего утверждаете, что да, вписаны? Я на слово верю инспектору. А мы нет. Давайте, давайте мы с вами... Да, давайте, мы хотим разобраться сейчас на данный момент ситуацию. Протокол поддельный. Это заняться провокацией, да, Слава? Какой провокацией? Вы нарушаете закон, и мы вас провоцируем. Ребята, ну что за дела? Какой закон нарушаю? Вы сфальсифицировали протокол. Сфальсифицировали. Мы это засняли от и до. Ви вирішили, є понятий. А це ми докажемо. Где эти понятые? Нету контакта. Где в протоколе? Где в протоколе указано? Где понятые? Написаны в поясненнях. В каких поясненнях? А почему на бланке протокола нету его? На протоколе. Протокол под копирку составляется. В целях їхньої безпеки, потому что водій, який знаходиться в нетверезому стані, чи наркотичного сп'яніння, чи алкогольного. Ви протокол где? Дзвонить їм і буде угрожати. Хорошо. Прізвища їх не вказане. І пояснення до протокола додаються. Хорошо. Хорошо. А в чому проблема подойти ознакомитися з матеріалами діла і позвонити йому угрожати? Ми вам не можемо. В чому проблема ознакомитися з матеріалами діла і потім йому угрожати? Хто? Ви направляєте протокол в суд. Суд. Я прихожу, ознакомлююсь. Я ознакомлююсь з протоколом і дзвоню йому, починаю угрожати. Логіка де? Можете логіку включити? Водій угрожає, не ви. Водитель, я говорю, хорошо, водитель будет угрожать. Ну, логика, вы можете сопоставить логику? Знаете, что такое логика? Если вы не вказываете в протоколе данные, протоколе а там указываете, указаны, это два разных документа. В протоколе указаны их данные, стоят подписи за то, что... Где вот... контактная информация? Контактная информация поясняет. Почему нет в протоколе? Ну так это же нарушение. Вписаны в протоколе. Ну это же нарушение. Додаются два пояснения свитки. Послушайте, на бланках скажите, где вы составили этот протокол? Скажите, на Алишера, на ВАИ 82. Я вам еще хорошо. Раз, третий раз. Хорошо. Стоп, секундочку. Вони проїжджали на Алішера на ВАІ, зупинили цим жезлом світящимся.
запрошений для складання протоколу. А по інформації від водителя ніхто не останавливався. А інформація від водителя в письменному виді буде, будемо тоді розбиратися. Зараз понятих ми зупиняли тут, коли він попередньо відмовлявся. Господин старший прапорщик. Перше нарушення. Інспектора посадили водителя в автомобіль і хотіли почати движення без составлення адміністративного протоколу. Какое вы имеете право вести к доктору без составления протокола? Протокол был складений в вашей присутствии, потом водитель сел. Протокол был сложен в нашем присутствии. Сложенный был акт направления до лекаря. Видеозапись того, что протокол пустой, а вы заполняли направление. После того, как мы вам это сказали. Как котенка носом ткнули, чтобы вы его составили. Что нет? Ну, даже направления не было. Вы привезли человека на свидетельствование. Вы туда не доехали. Потому что где вы катались? Да и выехали за вами. Ну вот это разворот. Куда вы поехали? Почему вы взяли водителя здесь, а высадили здесь на перекрестке? Уже с другим гражданином расскажите. Хорошо, где вы были полчаса? Скажите, пожалуйста. У нас что, допрос, чи что? Да. Мы были на месте улица Алишера на Вої, 82, 4 раз. Мы поехали за вами, вас там не было. Складали протокол в присутності двух понятых. Ну, когда просто начинают врать, у меня такая реакция. Мы по телефону разговаривали, мне делали замечания. Вы орете в самом прямом смысле слова. Товарищ капитан, да. Мы поехали сразу за ними. Ну, понятно, я тоже был на улице. Вы со спины подошли сзади, тихоря, и слушайте. А что вы так орете матом там? А не матом. А я ему, блядь, говорю. А что? Товарищ капитан. Потому что мы на улице. Мы на улице. Вы что мне говорите? Мы на улице. Слабо сказать глаза? Что? Что, там отвернулись их за докладом? Да я ему, блядь, говорю. Так а что, слабо глаза сказать? Когда вот это? Я по телефону разговариваю. Господин капитан. По телефону разговариваю. Господин капитан. Кого вы вызвали? Можно у вас никого это? Как никого? Вы же кому-то звонили. Когда вот это транспортное средство началось движение, мы поехали сразу за ним. Они от нас явно выраженно убежали, это есть на видео. И поехали в другую сторону. И поехали в другую сторону от места освидетельствования. Мы поехали на место освидетельствования, их там не было. Мы вернулись сюда назад. Полчаса, через полчаса они приехали. На Алишера на мои, Алишера на мои 82 их не было. Мы там проезжали три раза. А где они были? Два круга мы сделали. Два круга мы сделали. Отсюда и до вызволителя. 82 вот вам. Нет? И на камеры снимали, как хорошо, мы ехали. Так, а вот эти дома. А еще мне внутри. А вы уехали в сторону. Совесть есть. Они вот эти два здоровых бычка лишили ребенка, которому сколько там ему лет. Лишили права управления. Совесть не мучает, классифицировать. Знаете, что я вам пожелаю? Вот когда вы снимете свою форму, чтобы на вас кто-то составил протокол, понятно? Я вас никто ничего не лишал. Оскорблял якимись словами. Ми з вами розмовляли. Ви прекрасно розумієте, що виписали там часовий, стали протокол. Суд його лишить права управління, або випишуть штраф. І самі під кирпич тільки що проїхали, його не заметив. Можна перекрестки і перестраювання на перекрестку в плані аварійної ситуації машини підрез. Вам та другого автомобіля. Там на перекрестку. Все пред'явити, я буду відповідати, якщо. То ви ответите вже по-любому. Правильно, якщо я порушив, буду відповідати. Звісно. Какие действия вы сейчас хотите против этих сотрудников? Я против них никаких действий сейчас не предпринимаю. Я не могу предпринимать никаких действий. Так а зачем вы тогда служите на этой службе? Есть вышестоящее руководство и так далее. То есть они до утра будут нести службу, дальше фальсифицировать протоколы, да? Я сейчас буду докладывать дальше об этом инциденте. Кто сейчас знает уже о этом инциденте? Кому вы доложили? Помощник ответственный знает. А вы ответственный? Нет, вы старший начальник. Старший, да. Помощник ответственного. А вас просили вызвать ответственного. Вас ответственного просили вызвать. Весело. Это цирк, нету смысла разводить. Я не знаю, о чем я говорю. Ну так заберите. Это ваше утверждение, вы понимаете? Это не только наше утверждение. Ваше. Это не только наше. Я это знаю со стороны, с ваших слов и с них слов. О чем я говорю? Посмотреть на камере что-то, где только ничего не видно, и разбираться вот здесь на этом. Вы же прекрасно понимаете. Прекрасно. Есть протокол сфальсифицированный, копия протокола под копирку, где нету никаких данных. Здесь уже записаны они. Мало того, вы в этой форме. Это мало? Нет, а при чем-то? Я говорю, вы если... Я извиняюсь, может, вы все-таки подойдете? Ну, это мы вызывали. Это мы милицию вызывали, а не они. Ну, здесь сотрудники финансовой структуры в данный момент. Спасибо, Ваше Величество, что вы соизволили уделить. Для начала здравствуйте. И кто вы?
я не зрозумів. Я кажу, слухай, ви мене визивали чи кого? Ви представитися повинні. Здравствуйте, як вас? Хто ви? Удостоверення ваше, подивіться, будь ласка. Добрий день. Добрий. Доброї ночі. Доброї ночі. Помічник відповідально. Прізвище моє Луценко. Ви хіба мене не знаєте? Майдан! А, кухня, точно. Майдан! Як замечательно. Ого! А ви що, ще не в АТО? А що надо? Да не, уже пора все. Да. У нас отличная будет сейчас уже с полевой кухней, вспомним. Удостоверение в кошельке, да? А должно быть в стороне от личных вещей, да? Ничего не должно. Не должно ничего быть? Естественно, зачем? Так, Луценко Игорь Викторович, так. Доступный, не трусите, пожалуйста. Командира батальона ДПС, да и действительно до 16-го урока. Вот оба. Какие питания? Что у вас осталось? По ходу мы смотрим, что уже ничего. А вы чувствуете, я так понимаю, безнаказанность? Раз вы работаете, то... Вы должны были подойти, представиться, спросить, какая-то помощь, может, нужна. А вы пришли, что там, встали, посмотрели видео на телефоне, руки в карманах подержали. Когда вам говорят, может, вы подойдете, говорите, что? Да тут милиции хватает. Это так себя ведет ответственный. Ну, давайте начнем с того, что вы занимались блокировкой автомайдана, точнее, Евромайдана. Блокировали полевую кухню. У нас Лелит уже отличился, мы просто про вас немножко забыли. Да. Мы сейчас про вас вспомним обязательно. Хорошо. Отдельно будет материал про вас выйдет, только будет по вам посвящен. Хорошо. Вот. Не, ну, как бы я вам рассказываю. Вот. Пусть люди посмотрят, что у нас как бы на налогах граждан содержится человек, который эти же налоги отбирал. Нет, который мешал революции, собственно, защищал Захарченко, Куринова, а сейчас приехал, защищает работников ГАИ, которые сфальсифицировали протокол. Вот такая вот ситуация у нас. Очень красивая вырисовывается, просто картинка масла. Какие вы действия предприняли, чтобы сейчас вот выяснить ситуацию? Вам все равно, мне так кажется. Все выяснили. Что? Все выяснили. И что же вы выяснили, скажите, пожалуйста. Да почему я вам повинен что-то не сказал? Да не рассказывайте. Почему вы вас сюда звали? Не рассказывайте, если вы так относитесь к людям. Вам же все равно. Я по вашему зову повинен везде куда-то приехать? Вы глубоко ошибаетесь. Мы поймали инспектору на фальсификации, на преступлении. Хорошо, это все, это все. Стоп, смотри, смотри. Вот у нас представитель власти, который демонстративно поворачивается спиной и уходит. То есть мы видим ГАИ как было, так этим же и осталось. Ты представляешь? Что начальники, что подчиненные, как были хапугами, такими же и остались. Кто таких, как вы, нету. Выбачьте, счастливой дороги. Это вам счастливой дороги. Чувствую, разговор у нас со всеми с вами будет очень долго. Не, ну вы трохи тоже. Что мы трохи тоже? Что? Не перегибайте план. Мы не перегибаем. Ответственный у вас не по теме приехал. Ой, не по теме. Я думаю, это очень... Даже эта фальсификация меркнет. Перед фактом того, что приехал Луценко. То есть я понимаю, какая ситуация вырисовывается. Товарищ Луценко служил при той власти, а теперь служит при этой власти. Причем, я так понимаю, даже ничего не боится вообще абсолютно. Ведет себя по-хапутски. Вообще какой-то он смотритель у него. Я так понимаю, что это проститутка в погонах офицера. Он даже, по-моему, не офицер. Он офицер, да. Старший лейтенант. Да. С этим, по-моему, в должности. Звание, по-моему, а пониже, он был капитаном или майором? Ну, капитаном. Ну, как мы видим, то есть товарищ Луценко служил при той власти, служит при этой. Блять, такое чувство, что проститутка, ну реально, извиняюсь за жизнь, проститутка. Зато приехал с флажком Украины и Европы. А тогда блокировал, чтобы тех, кто хотел в Европу, чтобы их не покормили.